Ну а нас, ребята, ждет 14 уровень Double Impossible Mega Ramp игрушка. Давайте выберем, пойдем, ребятушки, возьмем синенький автомобильчик. И это у нас предпоследний уровень, ребята. Так, давай немножечко сдадим назад. Так, давай. А ты что, едешь? Нормально, все? Давай, все, молодец. Поехали, ребята, это предпоследний уровень. Посмотрим, какой он будет по сложности. Ну, я вижу, вроде бы не сложный. Но главное нам не упасть, ребята, пропасть. Так, первая звезда есть. Ага, так, крутилочка. Отдыхай, ты нам не нужна. Так, едем дальше. Проезжаем. Вау, тихо, ты куда разгоняешься, машинка, алло. Тише. Так, здесь опять вторая крутилка. Прям, смотри, встали прям. Давай, едем. Угу, хорошо, проезжаем. И здесь нас никто, ничего, у нас тут такого плохого нету интересного. Мы проедем нормально. Да, здесь проехали. Забираем еще одну звезду. Так, у нас 3 звезды будут. Есть, спасибо за звездочку. Едем дальше. Все, проехали. Уровень пройден, ребята. 14 уровень мы прошли. Всем привет, ребятки. Ну что ж, поехали на тачечке нашей. Прокатаемся. Ты можешь сделать апгрейд в машинке. Почему бы не сделать, говорит мне этот чувак. Ну давай возьмем, прокачаем тогда движок. А у тебя нету денег. Хочешь денег? Не надо мне никаких денег. Ребята, мы и так с вами заработаем денег. Давайте еще руль прокачаем. Все, прокачали руль. Что, еще можно раз прокачать? Давайте прокачаем. Все, поехали. Все, нормально, поехали на тачке нашей. Такая у нас, ребята, тачка интересная, большая. И очень много зомбаков, которые на нашем пути мешают нам и проехать дорогу. Ладно, сейчас посмотрим. Тачку-то мы с вами, ребятушки, прокачали. Далеко проедем или нет, я не могу сказать. Ну, попробуем, посмотрим сейчас. Проедем. Сколько проедем, столько и проедем. Так, зомбаков много. Ё-моё, что делать с этими зомбаками? Ага, давайте мы их будем гасить. Гасить на наш тачке. Тачка мне очень нравится, она похожа очень на как аэропортак машинки, которая помогает загружать чемоданы в самолет. Такая же и тачка у нас, длинная. Так, а ну-ка, этот самый велосипедист нафиг. А ну давай, отсюда выезжай. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, мы так оторвались далеко, что у нас нету сзади этого чувака плохого, бандюгана. Что-то я его не вижу. Значит, ребятушки, мы оторвались. О, этот вертолетик. Так, что ж я этот вертолетик все никак не могу с вами, ребята, догнать. Все, он от меня пытается куда-то уехать. А нет, нифига. Вон, смотри, этот едет, чувак, слева. Так, эти прицепились. Так, отвалите от меня, от моей машинки. Да, еще какой-то велосипедист. Все, мы его щелкнули. Так, новый рекорд. Ой-о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 й. Давай, машинка, пожалуйста, не прокачай. Зомбарь за мной едет. Что же делать? Да, все тяжелее. Надо прокачивать колеса, ребята. Надо прокачивать колеса на максималочку. Потому что с такими колесами мы далеко не уедем. О! Хорошо прокачали. Еще раз попробовать проехаться. Давайте попробуем еще раз проехаться. А если будем стоять на месте, то что произойдет? Вот этот чувак будет стрелять? А, он стреляет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Это была плохая идея, стоять и ждать. Ага. Так, все мы... Все, уезжаем от тебя. Не надо нас стрелять, он нас убил, уничтожил, ребята. Да, так бывает. Так что надо двигаться быстро. Так, давайте сыграем в танки. Hills of Steel. О, мы играем летом. Летний сезон. Ну, это самый такой простой летний сезон, поэтому я считаю, что мы здесь быстренько победим. Так, здесь должны быть танки сейчас подъехать. А, вот он едет. Это бомбардир у нас, ребята. Так, щелкнем. Попадем, нет, не знаю.
О, еще этот стрелок едет. Все, тихо, отдыхай. Так, ни одного удара у нас нет. Нормально. Ни одного повреждения. Кстати, вот эта вот коробочка, ящик, да, с инструментами. Это, я считаю, очень классная штука. Только мне нужно ее прокачать, чтобы лечилась лучше, потому что лечит не сильно много. Так, тихо. Вот, не люблю вот этого бомбардира. Так, вот этого сейчас мы щелкнем. Тихо. На, получай, отдыхай. Едем дальше. О, танк, танк, танк едет, танк. Давай мы его. Есть, готов, готов. Сейчас посмотрим, кто у нас здесь будет. А, вот еще один едет. На, одного удара тебе мало. На, второй получай. Плохо, что здесь по монетке дают. За каждый сбитый танк, это я считаю, очень мало. Одна монетка. Так, тут вроде никого нет. Поехали. А, нет, едет. Еще несколько у вас ребятушек едет. Тихо, в меня попал. Ах ты такой нехороший, а? Сейчас я тебе... А, ну все, стреляй в землю. Нормально. Ох ты, еще один. Да сколько у вас, а, ребята? Вы так неожиданно еще появляетесь. Я еду, и тут как раз они... Еще? Да, конечно. Что-то у вас много. Давайте отъедем. Подождем немножко. Так, вот этого чувака сейчас щелкнем. Так, удар. Мимо. Готов. А маленький он заехать не может, я так понял. Да, мне тоже вот под его огонь попадать не хочется. Поэтому будем вот так вот стрелять. О, отлично. Сейчас он подъедет еще немножко. Все, готов. Уничтожили. Кто? Ага, ну здесь никого не будет. Можно спокойно ехать. Сейчас они вот начнут появляться. Вот, поехал первый. Да что такое? Да ё-моё. На, получай. Давайте подлечимся сразу. Вот, еще один едет. Так, ну это, в принципе, легко. Это самый такой легкий танк. Хоть он и большой. А ну-ка. Тихо. Что здесь за холмутать? А, вот едет, ё-моё. Все, готов. Сейчас за этим холмом будет кто-то тоже. А может никто, никого не будет, а может быть сразу несколько танков. Нет, один был. Главное, чтобы... Что здесь? А, вот еще. О, ребята, это целая карусель. Это целая карусель из танков. Так, главного мы такого врага уничтожили, опасного. Все. А, скоро-скоро будет босс. Скоро-скоро будет босс. Угу. Еще один танк остался. А, вот это, да, танк? Мы его быстро сейчас щелкнем. Все. Едет босс у нас на гусеничном тракторе. Армада. На гусеничном танке. Так, все, стреляем. О, есть попадание. Отлично. Хорошо. Так, давай еще один последний удар. Все, повержен босс. Получаем наши монетки и получаем какую-то хайч-скорую. Типа... О, генерал-лейтенант, ну ты я знаю. У меня генерал-лейтенант я получил уже давно. Так, итого у нас уже два сундучка, которых мы потом насобираем 10 штук и откроем в новом ролике, ребятушки. А вот и утренняя прогулка. Поехали! Так, ускорение сразу включим. Ох, тю-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 тю. Так, аккуратно. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, аккуратно, аккуратненько. Так, ускорение второе. Так, а нас, мы, кстати, можем и ускорение подбирать здесь. Где-то здесь было ускорение. Так, все, последнее ускорение мы отработали. Включили. Теперь ускорения больше не будет, к сожалению. О, жетончики берем. Жетончики нам пригодятся. Так, пока девятыми едем. Так, нет, он... Эх ты! Ты что меня толкаешь, а? Гад какой. Так, о, жетоны, жетоны, спасибо. Так, полностью мы все жетоны собрали, нифига себе.
Так, второй круг у нас, ребят. О, бензик. Бензик тоже нужен. Не помню, для чего он, для чего-то нужен. К сожалению, у нас... Да, закончился ускоритель. Ладно. Без ускорителя попробуем. Опа, нормально. Четвертыми едем пока. Пока едем четвертыми. Главное нам никуда не врезаться. Вначале тяжело всегда, потому что много машин. Они мешают. Тихо-тихо, не подрезай меня, ага. Смотри, подрезал. Все-таки подрезал, и у нас последний круг, ребята. Так, второе место у нас. О, надо вот этого. Ребята, надо его обгонять. Ох, мы ему еще под зад дали, смотри, он как начал быстро ехать. А, я тебе помог. Слушай, чувак. Да, надо аккуратно не помогать им. Есть. Щелкнули мы его. И, ребятушки, я надеюсь, скоро будет у нас победа. Едем первыми. Главное, нигде здесь не запортачить. Главное, не запортачить никуда, нигде, ничего. О, финиш, финиш, финиш. Yes! Первое место, ребята. Это очень хорошо. Так, а здесь, смотри, как интересно. Нам для чего-то нужна липучка. А я бы просто бы выстрелил бы, и он бы тык-тык-тык-тык. Раскачался, да? Да, да. Ну, да. Главное, чтобы он упал в ту сторону, где сидит второй шарик. Угу. А не скатился в эту сторону, где у нас стоит оружие, пушка. Да, смотри. А чё он так раскачался? Он же не качался никогда. Вот. Угу. Как-то качается. Не знаю, заново надо. Так. Ну, смотри. Оп-оп-оп-оп. Так-так-так-так. Нет, да? Да. Ну, для чего-то нам уже нужна эта... Липучка нужна, чтобы опять же перевесить. Только не в ту сторону. У нас как бы идет перевес. Вот мне интересно, получится, если такой, мы... Такой сделать мостик, да? Да. Слушай, а если его перевернуть? А мы можем перевернуть? Не знаю. Смотри, видишь, у нас тут этот... Сейчас мы попробуем стрельнуть. Давай. А, точно, видишь, у нас как бы проход открыт. Не знаю, получится или нет. Нет, не получилось. Смотри, как они трудятся-то аж. Так, вот ты думаешь, что сделать здесь. Ну, а если направо налепить липучек? На вот эту правую? Да. Нам жердочка это мешает, чтобы сюда налепить. А-а-а. Отлично, смотри, у нас получился мостик. Теперь нужно катить. Может, еще сюда присим? А вдруг он перевесит? Да? Да. Ну ладно, попробуем сейчас. Ах ты. Смотри, как не повезло нам, а? О, получилось. Ну, все, отлично. Отлично. Да. Так, а здесь, смотри, у нас есть какой-то насос. Непонятно, для чего он нужен. Сейчас мы его... Но они почему-то лопаются. Потому что их критическое количество... Много, да? Да, поэтому начинает лопаться. Так, есть насос. А как он работает, интересно? А, смотри, это... Они увеличиваются. Не-не, это, они надуваются. При ударе они начинают надуваться. А, ну теперь он должен его скатить. А сейчас они лопаются как-нибудь? Шарики есть. Ну. Смотри, у нас липучки нету. У нас есть только разные шары. Да. Отлично, 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 отлично. Так, а здесь что? Смотри. Я думаю, вот так вот надо. Для чего ты это хочешь сделать? Чтоб шарик так жух и сюда. Ну давай, попробуем же сделать. Ну, что-то, мне кажется,
Интересно, вообще непонятно, что здесь нужно нам сделать, да? Да. Ну, что-то вот так вот, наверное. Хоп. Видишь как? Поднимем, сейчас попробуем выше. Нет, уменьшилась тяга. А теперь, может быть, протолкнуть их? Мы не можем толкнуть вот эти черные, чтобы и желтый так у нас подлетел? Так, чуть-чуть не хватает, видишь? Они начинают лопаться, они долго не могут там стоять на траве. Ну, а пусть стоят, ничего страшного. Ну, они просто лопаются. Она такая не критична. А я думала, видишь, что мы наоборот их хотим сделать много, чтобы подтолкнуть. Чуть-чуть, не ты видишь? А лопает. Если... Смотри. Ну-ка. Должна хватать. А ну-ка, может это сейчас скорость увеличится? Вот, смотри, чуть-чуть, да? Так, хватит, интересно. О, смотри, чуть-чуть, да? Есть. А ну-ка, сейчас. Отлично. Ага. Еще раз. Есть. Ну все, теперь соединяем. Уровень пройден.